Во Владивостоке на Русском острове завершаются работы по подготовке лыжной трассы. Спортивные мероприятия в честь открытия будут проходить два дня подряд – 24 и 25 декабря. Здесь состоятся эстафеты, массовые старты для любителей и заезды для профессионалов. На зимний сезон на русской лыжне запланировано немало различных соревнований. Традиционно будет работать пункт бесплатного проката лыж и ботинок. Впервые будет открыт пункт сервиса оборудования. На сегодняшний день ведутся работы для того, чтобы к официальному этапу открытия подготовить две трассы, такие как 600 и 1400 метров. Непосредственно после открытия 24 и 25 числа работы по снижению будут продолжаться для того, чтобы увеличить количество трасс и их конфигурацию. Лыжная трасса будет работать с 10 утра и до 22. Однако лыжный прокат именно на выдачу оборудования будет работать с 12.00 до 18.00. В прошлом году организовали пункт проката коньков. Буквально через дорогу от лыжни находится у нас 5-я школа, на территории которой будет организован каток с аналогичным прокатом коньков. В этом году дополнительно был установлен еще один модуль для переодевания и установлен модуль сервиса лыж. Основная задача сервиса лыж заключается в том, чтобы улучшить скольжение лыж по искусственному снегу. 24 и 25 числа, это как раз-таки состоится уже в этом месяце, запланировано двухдневное, назовем, скажем так, открытие, на котором будут и эстафеты, и массовые старты для любителей, и заезды для спортсменов-профессионалов.